Шалом, уважаемые, с вами Илья Механик, и это наш традиционный дневники мопеда Раритетовича. Сегодня суббота, последняя суббота 2016 года, и, как вы помните, я писал ранее, вчера произошла традиционная покатушка 30 декабря, ну а после нее я отправился работать, и у нас был корпоратив. Вечером на корпоративе в одном из перекуров, толпы выходили подышать свежим воздухом, мы в итоге добили вот эту вот отвалившуюся подножечку. То есть еще летом лопнуло нижнее крепление вот в этом месте. Вот. Ну, оно снизу вот так вот крепилось. И благополучно отпало. Так как мопед, мы плохо заводитесь, вы помните по предыдущему выпуску зимних покатушек. Его пришлось активно шмыгать. Ну и, короче, ногой добили это все дело, сбили клипсу. И подножка отпала с концами. Вечером после корпоратива движок не запустился. Я там 20 минут бегал, штрикал, короче, его, видать, залили. Последний раз, когда мы его запускали, дал человек тронуться, он заглох и оставили, пошли дальше гулять. Ну и в итоге он, скорее всего, залит, а может свеча А23, полное это, полное нехорошее слово. Вот, и не будет работать. Еще один из плохих моментов. Я опять 30 декабря проштрихнул заднее колесо. Сейчас на камеру вы, конечно, не увидите, но шина продавлена. Вы, кстати, можете увидеть вот он, смещенный этот колпачок ниппеля. Вот, ну и камеру прокрутил. Ей кизяк, я слышал, я пытался накачать, как оно дует никуда. То есть еще надо будет покупать камеру 3.0 на 10. Движок я 1-2 января, хоть там и компрессия есть, слышно, компрессия есть, буду снимать, разбираться, меня лично тоже достало, все говорят, до зимы должен он нормально заводиться, но почему-то не заводится, так что ждите свежих видео, будем работать, тем более у меня 3 выходных впереди, спасибо всем за внимание, с Новым годом вас, всем пока!